Всех приветствую, всем доброе утро. У нас сегодня будет очень интересный расклад. Расклад будет называться «Ваша миссия». Мы будем смотреть на оракуле «Дыхание ночи». Три варианта. Сейчас мы достанем по одной карте. Первый, второй, третий. Первый вариант, второй вариант, третий вариант. И ставим камешки. Это у нас будет черный камешек. Боже, все время забываю, как он называется. Это у нас будет лабрадор. Обсидиан, да. А это у нас будет кварц-волосатик. Вот таких вот три камешка захотелось. Вы, пожалуйста, сейчас закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выбирайте циферку от 1 до 3. Поехали. Сейчас будем смотреть. Мы сейчас уберем второй, третий вариант. Мои камешки красивенькие. Так, и начинаем с единичек. Куда единичку? Ну, сюда поставлю единичечку, да? Смотрим вашу карту главную. О, да у нас тут карта меч. Вы у нас по жизни такой, я бы сказала, боец, воин. С кем воевать-то будете? Сейчас будем смотреть, что нам будет карта говорить, какой будет поток. Мы сейчас все посмотрим. Первый вариант. Будем смотреть. Смотрите, какое-то у вас идет сейчас предупреждение о том, что вашу как бы социальную жизнь, да, вашу успешную, вашу прекрасную, радостную жизнь мешают какие-то реально призраки, и вы ходите, бродите по лабиринту, и вы чего-то не видите, хотя высшие силы уже вступились и, так сказать, веретено плетут. Сейчас посмотрим дальше, куда ветер дует. Ну, вы человек очень мощный, смотрите, у вас сейчас есть полностью все возможности, чтобы зародилось что-то прекрасное, да. Но карта Луны нам говорит, что вокруг вас, вот нужно включать интуицию, потому что вокруг вас есть оборотни, которые, люди, которые себя выдают немножко за других людей. И, соответственно, вы вот взяли большую вершину, да, у вас очень много планов. Вы взбираетесь по лестнице вверх, но лестница такая опасная, и, соответственно, можно вниз свалиться. По поводу того, что за вами наблюдают, да, и в вашей жизни присутствует магия. Причем тут карта Джокер, она говорит о том, что мы сейчас перемешаем и уточним, что такое Джокер, потому что Джокер, она непредсказуемая, она может быть и в одну сторону, и в другую поворачиваться, да. Сейчас мы спросим, ну тут тьма, то есть тут получается в вашей жизни присутствует магия, именно темные силы. Темные силы, но вы ключ найдете, вы найдете ключ решения, инсайт по поводу вот этих вот теневых каких-то сторон личности. И скорее всего, что это именно ваши стороны, именно ваши. Сейчас дальше посмотрим. По дому есть какие-то сложности, препятствия, но они решатся очень успешно. Да, высшие силы вас как раз поддерживают в этом плане, и у вас будет тут все хорошо. Очень много эмоций, что-то там в котелке варится. Что варится, мы сейчас уточним. Ну, пока у вас еще такое небольшое как бы заточение по башне, небольшое заточение, вы как будто в темнице себя заперли, то есть нужно выходить, добавить огня в огонь, и тогда в вашей жизни наступит такое солнышко. Какая-то ваша наивность по поводу одного властного человека, который является змеей, то есть вам нужно сейчас включать, ну да, он еще с вас кровь сосет, включать интуицию, ой, сразу две карты вышло. И, скорее всего, что это мужчина. Вот, видите, вампир, мужчина, и он у вас такой, сосущий вашу энергию, вашу кровь.
карта букет старуха. Что-то там старуха, короче, вам тут это что-то делает однозначно. И вам нужно будет принять какое-то решение. Старуха против вас работает, хочет ваше счастье украсть. А решение нужно принять однозначно, потому что есть тут предупреждение, что есть какие-то неприятности, есть какие-то мелкие тайны. И тут, короче, у вас прям не один человек, а их много против вас. Тут какие-то козни плетет. Да, нужно, получается, принять решение, перейти мост, для того, чтобы ваши долгосрочные планы, долгосрочные цели как-то могли осуществиться. И, возможно, этот человек вам поможет. Ну и по поводу, смотрите, да, тут, конечно, ситуация такая, что для того, чтобы были какие-то перемены, вам, во-первых, нужно по сфинксу решить какую-то тайну, причем тайну по айсбергу вы видите только маленькую верхушку, да? И нужно закончить с магией однозначно. Закончить. То есть, если вы занимаетесь магией, то заканчивайте это дело. Просто заканчивайте. Тогда у вас начнутся благоприятные перемены. Ну и новости будут от каких-то хранителей тайн опять. Это очень много тайн. Очень много тайн. То есть тут такая информация, что вы получите какое-то сообщение, опять-таки, касаемо какой-то тайны, но вокруг вас люди-крысы, которые реально вот вам что-то портят. И нужно, чтобы прошло время. Прошло время, и опять у нас выходит тайна. Но вот у нас все в тайнах. То есть вами кто-то управляет, вами хотят управлять. Возможно, даже вас хотят там где-то, знаете, опоить, споить, чтобы у вас разум как-то был затуманен, потому что состояние марионетки. Ну, что касается вашего рода, то тут вы как птица Феникс, род будет вас поддерживать. Вы как птица Феникс все-таки возродитесь от этих всех непонятных каких-то дел, да? И по поводу сердечных дел, по поводу денег, тут как раз пойдет все хорошо. То есть поддержка рода сильная. Это классно. Ну, а сейчас как-то дела очень медленно идут, потому что кто-то разносит какие-то сплетни, какие-то, знаете, какие-то мелкие неприятности. Но, тем не менее, у вас идет такой духовный рост. Духовный рост. По поводу мужчины все будет работать как часики. Но вот этот небольшой застой, который у вас есть, вам все-таки нужно взять эту косу и отрубить этих непонятных товарищей, которые тут прям против вас что-то там делают, шабаш ведьм прям какой-то, да, чтобы у вас была удача в жизни. Возьмите и уберите из жизни всех, кто вам мешает. Зеркало, что нам отзеркаливает? Он говорит, что вы сейчас очень-очень медленно идете. Бродите в пустыне, у вас тут какая-то сейчас есть жажда, да, какие-то есть потребности, которые не удовлетворяются, и вам нужно взять все-таки колесо, рулевое весло нужно взять в руки для того, чтобы начать наконец управлять своей жизнью. Как раз сейчас есть все возможности посеять хорошие семена. Отлично. Несмотря на то, что да, вот есть какие-то все-таки неприятности, есть какие-то вещи, которые случаются именно в затмении, да, вы все равно как лотос возрождаетесь. То есть у нас две карты. Первая карта у нас была Феникс, если помните, да, где-то там она у нас уже далеко-далеко. И вторая у нас, не могу сейчас его найти, показала бы, да, и вторая у нас карта лотос. То есть вы все равно, вот эта вот вся грязь, которую на вас льют, вы все равно очищаетесь, вы все равно действительно как лотос. Как лотос становитесь. Сейчас мы еще зададим вопрос пару карт. И что же вам делать? Сейчас мы перемешаем, зададим вопрос. Что же делать? Нам все показали. Всю историю вашу показали, что у вас в жизни творится. Сейчас спросим, что нужно делать.
То есть то, что меч, понятно, вам нужно отрубить этих товарищей, которые вам вот реально вредят и мешают. То есть вы у нас, ваша миссия — нести свет. Знаете, вот быть таким воином света. Магию нужно всю закончить. То есть если там вы понимаете, что против вас есть какие-то враги, то значит нужно заняться энергетикой своей, нужно сделать чистки, нужно сделать защитные амулеты. То есть нужно сделать что-то, чтобы вас они не трогали. То есть нужно поставить крест на этой всей магии. Вы поняли? Заканчивать. Сейчас спросим, что же нужно сделать единичкам. Что нужно сделать? Ну, опять то же самое практически не говорят, что взять меч, отрубить этих товарищей, потому что сейчас у вас дела идут очень-очень медленно, прям как вот как черепаха, да? И они вам мешают. И вот для того, чтобы у вас было счастье, вам нужно реально их отрубить, отрубить. И высшие силы вас в этом поддерживают, смотрите. Включайте свою интуицию, шестое чувство. Высшие силы вам информацию дадут. То есть у вас будет ключ решения, как это сделать. Сейчас пока взгляд затуманен. Ну и опять у нас идет метла. Вот берите метлу, и с кем у вас договоренности, кольцо — это всегда договоренности с людьми, да? С кем у вас есть какие-то договора, с кем вы договариваетесь, пожалуйста, вот внимательно на них и посмотрите. Именно на этих людей. Возьмите метлу и кнут и выметите их. Ну так ветер дует, смотрите. Это ваш друг. Это ваш друг. Вот от него как раз нужно избавиться. Это он это все делает. Угу. Да-да-да. Ну вот опять. То есть для того, чтобы вы могли перейти на другую сторону и действительно начать какую-то новую жизнь, надо избавиться от тех людей, которые сосут вашу кровь. Поняли? Тут прям четко. Стихия огня, мельница, черный человек. Ну, да, нужно, короче, от них избавляться по-любому. От этих людей черных. И я так понимаю, что нужно стихию огня использовать. Это как подсказка. Для того, чтобы было очищение. Ну, события будут развиваться очень-очень быстро. Эти люди, которые плетут сети против вас, тяжеловато им будет, если вы начнете заниматься своим счастьем. То есть у вас на весах сейчас ваше счастье. Смотрите, единички. То есть вам нужно, для того, чтобы у вас пошла трансформация, и все было по справедливости, и наконец начался счастливый период в жизни, прекрасно, счастливо, бабочка. Вы должны это сделать. То есть ваша самая главная карта – карта меча. Кого отрубить, вы уже поняли. Да? Вот. Все, единички, я вас благодарю за внимание. Мы сейчас будем заниматься вторым вариантом. Получилось, мне кажется, очень даже интересно и очень даже прикольно. А вот ваша миссия в этом заключается – найти и отрубить. И, соответственно, тогда у вас начнется прекрасный период в жизни, счастливый, и все будет по справедливости. Все, я вас благодарю. Сейчас поставлю на паузу, карты перемешаю, займемся вторым вариантом. Так, ну и поехали. У нас сейчас будет второй вариант. Камешек Лабрадор, мой самый любимый камень. Мы его сюда выставим и переворачиваем, смотрим. Так, у нас карта совы. Совы — это какие-то всегда разговоры. Ну, а совы у нас птицы ночные, да, то, возможно, какие-то показывают на сплетни, на какие-то мелкие неприятности. Не, ну понятно, что вам нужно держать язык за зубами, да, никого не обсуждать и сплетни не разносить. Это все понятно. Мы сейчас посмотрим, что нам покажут карты для второго варианта. Сразу вышла карта вашего друга. Да, вы знаете, тут, короче, ваш друг занимается магией и против вас что-то делает. Это 100%. И вам нужно разгадать тайну. Тайну, потому что тайна, кстати, касается вашего рода. И в вашем роду есть не очень хорошие людишки, как крыски. За вами кто-то наблюдает,
будет очень-очень много эмоций. Наблюдает за вами человек темный, тьма. Вы сейчас чувствуете себя, как будто вас заперли в какой-то башне. То есть, либо вы сами себя заперли, какая-то ограниченность, какая-то, знаете, вот как замкнутость, что ли. Наблюдает какая-то тьма. И, кстати, по поводу денег. По поводу денег, чтобы денежка была, немножечко надо добавить дров в котелок. Вернее, дров в огонь, чтобы котелок варил, да? Летучие мыши, механизм, джентльмен. Ой, прям, вас тут прям их двое. Почему вышло два мужчины? Скажите мне, пожалуйста. Ну, один, конечно, может указывать на то, что, смотрите, это может быть ваш начальник, да, который на работе находится, и там какие-то тоже мелкие неприятности, тоже летучие мыши, они какие-то тоже неприятности приносят. Что касается вашего основного мужчины, то вы тут как птица Феникс возрождаетесь, то есть и вам нужно опять-таки сделать какой-то переход, чтобы было изобилие в вашей жизни, вам нужно принять какое-то решение, возможно, даже по поводу этого мужчины, который ваш основной мужчина, и перейти на другую сторону, то есть это обязательно. Что еще нам показывают? Ну, смотрите, вы человек очень сильный. Вам нужно, чтобы еще больше, так сказать, застабилизировать ситуацию, все-таки начать управлять своей жизнью, взять это рулевое весло, да, и начать рулить, потому что все в ваших руках, все возможно абсолютно. Какие-то, если будут неприятности, да, по поводу там каких-то затмений, чего-то вы не видите, чего-то скрыто, нужно использовать стихию огня, потому что, чтобы как-то дела сдвинулись с места, очень-очень медленно они идут. Очень медленно. Ну вот и у нас получается, что, смотрите, для того, чтобы трансформация произошла, вот вы сейчас выполняете свою работу, как будто бы, ну, вам ее очень тяжело делать. Вот вы это делаете, будто бы там, знаете, миллион обязательств, что вы там всем должны, вы ее делаете, но она вам не нравится. Да, тут жук прям тянет этот шарик в гору. Ему тяжело, ему плохо, но он его типа ради будущего тянет, да. Ну, а с другой стороны, говорят, что вот сейчас у вас будет трансформация. Трансформация, и события начнут развиваться очень-очень быстро. То есть это закончится, это вот состояние черепахи. Талисман нужно сделать обязательно. Высшие силы вас поддерживают. Возьмите меч в руки. Волки стая. Что же волки делают? Все равно какие-то тайны вылазят постоянно. То есть вам нужно быть в состоянии готовности. Вам нужно взять действительно этот меч и посмотреть на этих волков. То есть тут не один человек, тут их целая стая, которая, кстати, отзеркаливает что? Какие-то неприятности, да, какие-то тайны. То есть нужно разобраться. Вот вы чего-то не видите. Опять у нас вылазит айсберг, что вы не видите. Видите только маленькую часть, а вот внизу, гляньте, ну прям ворох проблем. Книга дерева. Что касается вашего рода. Смотрите, мне кажется, для того, чтобы посеять сейчас какие-то классные семена, земля вспахана, да, которая может дать плоды, разберитесь, какие тайны у вас есть в роду. Посмотрите, пожалуйста. Вот высшие силы уже взялись за вас, высшие силы уже начали плести нить. И, соответственно, смотрите, карта Джокера, она такая очень удивительная, да, то есть непонятно, в какую сторону она повернет. Сейчас мы узнаем. В сторону счастья, в сторону радости. То есть в вашей жизни скоро начнется очень-очень благоприятный, очень счастливый период. Да? И все будет по справедливости. То есть справедливость восторжествует. Какие-то вот эти вот неприятности по дому, которые у вас есть, они есть. А вам нужно просто свою наивность выключать. Вот смотрите, гора. Да, какие-то неприятности, связанные с домом, связанные с каким-то, скорее всего, мужчиной, потому что, ну, медведь обозначает всегда какого-то властного мужчину, какого-то человека зрелого, да, и он не совсем хороший. А вы наивные, уши развесили. Ну да, он лиса.
письма тут слать вам собирается, кстати, информацию получите. Но все равно скоро в вашей жизни начинается прекрасный, благоприятнейший период. То есть разберитесь с мужчинами, перейдите наконец. Помните, вот с самого начала показали мужчина и мост. То есть вам нужно, двоечки, вопрос решить с мужчиной однозначно. Прошлое оставляем позади. Для того, чтобы в вашей жизни начался классный период, вот надо этот вопрос решить. Человек, как вы видите, он, ну, не тот, кто вам нужен однозначно. Вы поняли? То есть вот такую нам историю показали. Ну, правильно, взять косу, отрубить. Отрубить темных людей. Куда ветер дует на мельнице? То есть взять косу, отрубить этих черных людей. И тогда в вашей жизни наконец настанет счастье, радость, любовь. Двоечки, вам так этого не хватает. Вы поняли? Сейчас мы еще спросим, что нужно делать. Историю нам-то показали. Еще уточним. Да? Все ли мы правильно поняли? Мы-то вроде правильно поняли, но сейчас еще спросим, на всякий случай. Все равно в потоке находимся. По двоечкам. Тут у нас такой огонь красивый на свечке. Тут куча свечей, куча всего. Моя красивейшая новая. Это... По поводу этих сов, конечно, то есть ни в какие сплетни, пожалуйста, не ввязывайтесь, никого не обсуждайте, то есть не уподобляйтесь этим птичкам ночным, да, потому что совы это, в данном случае они несут такой характер, что да, птицы мудрые, конечно, вот у нас зеркало опять выскочило, что ж такое. Давайте сейчас вот этим вопрос двоечкам, что делать, что надо делать двоечкам? Что надо делать двоечкам? Сейчас спросим. Обожаю такие расклады. Двоечкам. Ну вот опять-таки, да. Информация у нас идет вся одинаковая. То есть для того, чтобы все-таки у вас началась эта трансформация, и дела начали все очень быстро сдвигаться, вам нужно взять рулевое колесо, да, и... начать управлять своей жизнью. Это 100%. То есть нам повторяют то же самое. Остерегайтесь, пожалуйста, затмений. Потому что именно в период затмений, опять-таки, это может быть полная луна, да, начинает против вас там что-то, короче, что-то делать, да. А высшие силы говорят, что не переживайте. Они отзеркаливают все, что вот там стараются, как жуки навозные, да, стараются что-то против вас делать, но высшие силы уже вас оберегают и говорят, все нормально, не переживайте, ничего у них не получится. Сколько бы они ни старались. Но опять нам показывают, что хотят, чтобы вы были как марионетка, да, и хотят вас, так сказать, с помощью ритуалов, почему нам надо и талисманы, и очищение. Чтобы не забирали вашу энергию. То есть тут могут быть крадники, потому что кто-то вот реально сосет вашу энергетику. То есть события будут развиваться очень быстро. Такой будет вихрь событий, да? Но надо просто себя немножечко оберегать. Ну и все. Выключаете наивность, становитесь драконом, и начинается в вашей жизни счастье полное-приполное. Клевер. Да, счастье, удача. То есть вот эту наивность детскую выключайте. Вы у нас дракон. Вы обладаете огромной силой, огромной мощью. Но все равно карма их чпокнет всех. Поэтому не переживайте. Все будет по справедливости. И все вот эти неприятности, мелкие, да, какие-то трудности. На работе все решится. Опять у нас Феникс выходит, да. То есть, видите, огонь в котелочек добавляете и начинаете все-таки возрождаться как Феникс. То есть, то же самое, да, то есть вся информация у нас одна. Самое главное, что это все пройдет. Главное, затмение остерегайтесь и всех плохих товарищей из жизни убирать. Вопрос решите с мужчиной, какой у вас там вопрос тянется из прошлого, да, кого там нужно, с кем попрощаться. То есть сейчас ваша задача перейти мост. Перейти мост, двоечки, вы поняли? Переходите мост, вот потом вы начинаете возрождаться как Феникс, и вот эти вот все дела
которые были очень медленные, как черепаха, да, они все начинают сдвигаться очень быстро с места, идет трансформация, идет счастье, идет радость в вашу жизнь. Вот. Буду благодарна за отзывы, ставьте лайки, подпишитесь на мой канал и жду обратной связи. Сейчас ставлю на паузу и займемся троечками. Так, троечки, я вас приветствую. Сейчас будем заниматься вашим вариантом. Так, у нас тут вылезли какие-то свинюшки. Сейчас посмотрим, что это имеется в виду. Что за свинюшки? Возможно, вам нужно разобраться, кто это такие, товарищи ваши, да? Кто вам тут мешает? Свинюшка. Свинюшка может навредить, свинюшка может и подставить. Свинюшка, ну, первая вышла договор кольцо, конечно. И застой. Предупреждение, да, о том, что в вашем союзе, браке, возможно, кольцо очень часто указывает именно на договоренность между двух людей. Что у вас сейчас там застой, и что у вас какие-то вот ворон предупреждения несет, что вам нужно тоже перейти на какую-то другую сторону, принять какое-то решение. А, возможно, сделать какой-то защитный талисман, потому что, видимо, вот здесь не очень все хорошо. Либо все нехорошо, да? Сейчас посмотрим. Сердечные дела. Ну, тут, короче, возможно, даже любовная магия используется. Почему? Потому что, и, скорее всего, идет через какой-то опой. И препятствует вашей удаче, вашему счастью. Вот видите, будет сейчас сумасшедший такой водоворот событий. Сумасшедший водоворот событий. Но несмотря на это все, тут у нас идет прекрасные карты. То есть вы очищаетесь, там против вас что-то пытаются делать. Но вы очищаетесь. Очищаетесь причем и огнем, и очищаетесь как, вот, как птица. Феникс и как лотос – это две самые прекрасные карты, да, которые указывают, что вся грязь, которая на вас летит, она вас не трогает абсолютно. Сейчас посмотрим, что означает стрела. Трансформация идет. Идет трансформация. Выходите, вы уже давайте со своего заточения, потому что вы вот прям как в башне сидите. И получается, для того, чтобы вам подняться по лестнице, и чтобы была удача, вам нужно взять весло в свои руки и начать управлять своей жизнью. Наконец, да? Ну, какие-то мелкие неприятности с тайнами связаны, да? Что-то у нас сейчас зарождается. Смотрите, зарождается у нас, скорее всего, какие-то поездки, какие-то путешествия, какие-то долгосрочные, какие-то, возможно, за границу, возможно, куда-то вы планируете, да, помощь придет от старика. По поводу мужчины вы как в лабиринте бродите, что-то вы запутались по поводу мужчины. За вами наблюдают темные люди, которые не очень хорошие, как змеи. Карта гроба идет. Ну, блин, стая, конечно. Стая тут огромная. То есть нужно закончить с этим вам. Вот в вашем месте сейчас закончить с этими свиньями, с этими, блин, темными людьми, с этой стаей волков, потому что мешают они вам. Мешают. Но время все покажет. Тут еще и старуха какая-то у нас вылезла. Старуха вылезла. Какие-то от нее тут мелкие неприятности, которые вот затмевает наше солнышко. Очень много будет эмоций, очень много будет каких-то событий. Вот ваши планы и надежды, получается, немножечко ваш род портит. Надо посмотреть, что в роду. Сейчас спросим. В роду какая-то женщина, которую надо убрать. Вот прямо в вашем роде есть какая-то женщина, которую надо убрать. Мешает она вашему счастью. Потому что она лиса. Получите какую-то информацию от друга. Ну, кстати, это может быть и ваш друг. Смотрите.
Возможно, это даже ваш друг. Сейчас, секундочку. Так, и у нас карта Джокер, что вылез. Сейчас мы уточним, что это такое. Что такое Джокер? Да, тут такая информация, что вот ваш друг, да, ваш друг непосредственный, вот как раз и он очень мощный товарищ, и его нужно как раз взять и отрубить, чтобы он не мешал вашей социальной жизни, чтобы он не мешал вашему благополучию, вашему счастью, вашей радости. То есть тут очень интересно. Все будет по справедливости однозначно. Будет у вас такой духовный рост. И какие-то вам, блин, призраки. Ну, даже если кто-то начнет вам мешать, опять у нас высшие силы вступают. У нас высшие силы вступают. То есть, что бы они там ни делали, как бы они там ни старались, но высшие силы все равно вас защищают. Это отлично. Давайте посмотрим теперь, зададим вопрос четко, что нужно делать. Да, сейчас перемешаю карты. То есть, нам показали эту историю. Сейчас мы будем задавать вопрос, что нам четко делать с этими свиньями, блин. Свиньи. Это, конечно, интересно. Почему они вышли именно в таком формате? Сейчас мы уточним. Так, что нужно делать троечкам? Задаем вопрос. Троечкам нужно делать. Свиньи, которые плетут против вас какие-то козни, именно когда идет полная луна, да, то есть вот это вот все неприятности начинаются в полнолуние у вас, то есть будьте очень аккуратны. Ну и опять мы повторяемся к тому, что вы не видите чего-то. Да, то есть вы не видите какой-то проблемы. Для того, чтобы в вашей жизни наступило счастье, высшие силы уже подключились. Они уже подключились, но вам нужно разобраться. То есть не прячьте голову в песок. Ну вот у нас по луне тут идет все, что можно, да. Но опять выключайте свою наивность, потому что люди как раз вот во время либо полной луны, либо во время затмения, они начинают просто воровать, сосать из вас кровь, сосать из вас вашу энергию. А вы ушами хлопаете. Вот эти свиньи вокруг вас, видите, как они. Вот. И смотрите, так как вы обладаете огромной силой, да, и у вас должно все очень четко работать, ваш механизм, но очень медленно. Очень медленно. Очень медленно, потому что нам показывают, что все-таки присутствует магия. То есть, несмотря на вашу силу, все равно против вас кто-то что-то делает. И вы об этом скоро очень узнаете. Поэтому там и талисман был. Да, и чтобы у вас начался все-таки какой-то в жизни период благополучный, вот эти все неприятности, они должны закончиться, вот эти все тайны, которые у вас присутствуют, вы должны все тайны решить. И когда вы их решите, что у нас будет? Ну, пока у нас все стабильно. Стабильно плохо, потому что, видите, крысы, черный человек, якорь. Но все это стабильно, и вокруг вас постоянно какая-то чернота. Вот, наверное, поэтому у нас вышла карта свиней. Опять у нас тайны. Одни тайны, троечки, что вы тут это? То есть идет сейчас какой-то бумеранг, да? Нужно тайны все из жизни убрать. Если у вас какие-то тайные отношения, прекращайте. То есть, если... ну, тут однозначно, однозначно. То есть, для того, чтобы был какой-то у вас в жизни рок изобилия, да, надо эти тайны убрать, потому что идет какой-то бумеранг. Бумеранг идет. Ну, и вот по дому у вас застой. По дому у вас все стоит, по дому у вас какие-то непонятные... Сплетни какие-то, опять предупреждения нас предупреждают, опять нам показывают то же самое, да. Ну, то есть предупреждают, что против вас все время кто-то что-то делает. Да, вы как птица Феникс возрождаетесь, но все равно это опасная ситуация, понимаете, опасная. Опасная. Ну, вот взять меч вам.
этих всех свинок реально порубить, иначе вы не сможете зайти по лестнице. Вот ваша цель, куда вы хотите, не дают, да? И опять у нас выходит ритуал. То есть тут однозначно вас хотят сделать какой-то марионеткой для того, чтобы вы, ну, совершенно не жили своей жизнью, а жили какой-то чужой жизнью, понимаете? И вот да, вам нужно взять это весло в руки. Нужно взять весло в руки. Нужно взять. Потому что, ну, где ваша удача? Где ваше сердце? Вот тут же, понимаете, какое дело? Все должно быть и по справедливости, и все должно быть, так сказать, мешает какой-то алкоголь, либо какие-то пьянки, либо какие-то гулянки. То есть вот вашему счастью что-то явно мешает. Ну вот смотрите, вот видите, нам еще раз показывают, что ваши любовные дела влазит какой-то мужчина, но мужчина, он темный, он не светлый. Старик. Угу. А против старухи нужно делать талисман и защищаться однозначно. Однозначно защищаться. Много событий, много каких-то мелких таких неприятностей. То есть, ну, нам все-таки нужно докопаться до истины. И опять у нас выходят тайны. В общем, троечки. Тут, знаете, идем по второму кругу. Чтобы в вашей жизни наконец-то что-то наладилось, и действительно ваш котелочек варил классно, да, и начался успешный все-таки период в вашей жизни, классный период, разберитесь вот с этим. Вот очень много тайн, очень много, и нам постоянно на них указывают. Вы поняли? То есть ваша задача, вот, наверное, в этом и заключается, ваша миссия. Вот сейчас ваша задача именно такая. Все, я вас благодарю, жду обратной связи, насколько было интересно, насколько понравилось. Ставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Всем спасибо.